Всем привет, меня зовут Лиля, я рада, что вы заглянули ко мне на канал, потому что сегодня у нас с вами примерка из китайского интернет-магазина Shein. Я их действительно люблю, потому что у них можно найти классную одежду для пухленьких девчонок. Вы знаете, у меня уже есть опыт сотрудничества с разными китайскими интернет-магазинами, и в основном для пухленьких почему-то они делают какую-то одежду очень бабкинскую, немодную, некрасивую, а здесь же можно действительно оторваться. Поэтому я думаю, вы, собственно говоря, и так любите обзоры китайского интернет-магазина Shein. Плюс у меня есть промокод для вас. Не забывайте про него, будет прям очень выгодно. К сожалению, эта посылка из-за сложившейся ситуации в мире шла ко мне довольно-таки долго. Наверное, на протяжении месяца. Может быть, чуть меньше, но я уже думаю, когда вы ко мне приедете. Мне хочется очень все померить, посмотреть, вам рассказать. Поэтому, девчонки, пришлось подождать. Раньше посылочка приходила около 2 недель. Все, курьер привозит ее очень удобно. Все хорошо упаковано в пакетике. Ну, я думаю, вы видели у других блогеров. Я на это время не хочу ваше тратить. Давайте поскорее перейдем к обзору, но прежде я исправлюсь. Раньше я не называла свои параметры, свой рост, и некоторые ругали меня, то что, Лиль, ну а как нам выбрать, как понять? Может, мы с тобой одного и того же, да, объема, размера, и мы можем выбрать тот же самый размер и попасть сразу же в десяточку. Смотрите, мой рост 1,67 м, объем груди 113, талия 103, объем бедер 113. Так что теперь вы все знаете. Ну и плюс обязательно, девочки, смотрите на параметры, которые указаны в модели. Там ее указан также рост, какой размер на ней надет, ее параметры, плюс есть отзывы. Так что действительно можно неплохо все подобрать и не ошибиться. Я уже, как сказала, глаз мой наметан, я выбираю вещи, которые на меня садятся хорошо. В этот раз я выбрала 7 позиций, 6 из которых мне нравятся, но есть некоторые моменты, которые я бы переделала. Конечно же, о них я вам расскажу. И 7-я вещь, к сожалению, меня не очень порадовала, потому что я в ней смотрюсь какой-то квадратной. Но опять-таки, вы мне скажете, со стороны нравится или нет. Обычно я говорю, что нет, а потом смотрю при монтаже и выглядит вроде бы неплохо. Итак, 2 минуты я уже болтаю, вам, наверное, не терпится, чтобы я перешла к обзору. Сейчас все расскажу. Первая вещь, вы видите на мне, это футболка, обычная хлопковая футболка, но ее, конечно, фишка — это вот эти вот погоны. На мне размер 1XL, очень приятное качество, тонюсенькая, все швы хорошо выполнены, не было никакого неприятного запаха. Футболку мы постирали, все хорошо, ничего не облезло. Я покажу вам поближе погоны. Смотрите, какие они красивые. Эти пайетки пришиты таким образом, что они двухсторонние. То есть, вот видите, есть какие-то бензинового оттенка. Если повернуть, они становятся черными. Обратно вывернуть, все, они бензиновые. Очень красиво. Но единственное, что, мне кажется, когда очень жарко, это будет немного напрягать. Потому что у меня эта сторона уже как будто, знаете, слегка запотела. Эта вышивка у нас переходит на спинку. Класс! Классно. Смотрите, как спущен рукав. Я думаю, это специально для того, чтобы у нас с вами красиво расположилась вышивка. Футболкой я довольна, однозначно буду ее носить. Плюс, когда я вам показывала какую-то свою черную вещь, вы мне сказали, что она мне очень идет, что я смотрю сразу какой-то более элегантной, да, модной девчонкой, поэтому буду носить с удовольствием и черные вещи. Но я до сих пор очень люблю белую одежду, несмотря на то, что на моей прошлой работе дресс-код был белый верх, темный низ. Я не устала от этого цвета, и мне кажется, что он очень мне идет. Поэтому я выбрала для себя блузку красивую, девочки, какая же она классная. Вот она вроде бы простая, но за счет того, что, смотрите, здесь внизу нашито вот такое вот кружево, оно выполнено, кстати, очень хорошо, покажу вам поближе, нет никаких нареканий, это хлопковая такая ткань, все швы опять-таки выполнены здорово, покажу вам основную ткань, чтобы у вас было представление, пуговки, смотрите, у меня нет никаких претензий, все шито действительно хорошо. Знаете, у меня появилась такая идея, может быть, вот сюда нашить 3 жемчужины. Не знаю, может быть, это будет чересчур, а может, наоборот, будет здорово украшать. Кружево у нас идет полукругом, то есть на попке у нас эта спинка подлиннее, а спереди чуточку короче. Рукав сделан на резиночке, которая меня, в принципе, не раздражает. Я думала, может быть, перешью, переделаю, но нет, мне не хочется ничего переделывать, за исключением вот бусинок. Не знаю, может быть, это будет чересчур, но можно попробовать.
попробовать, почему бы нет. Размер 1XL, буду с удовольствием летом носить с джинсами, шортиками, может быть, с какими-нибудь узкими брючками, потому что паховая зона прикрыта, и все здорово. Еще одна рубашка, которая мне тоже понравилась, я на нее охотилась, потому что быстро разбирают у них какие-то вещи, особенно плюс сайз, там улетают как горячие пирожки. Сейчас очень много там джинсовых шорт, но я побаиваюсь, потому что у меня в паховой зоне не всегда хорошо садятся вещи, в плане там брюк, шорт, поэтому не знаю, брать, не брать. Ну, можно рискнуть, конечно, так как это сотрудничество, плюс идеально сядут, вам подскажу, посмотрим. Итак, блузка. Она осталась на тот момент одна. Это размер 2XL. Я очень рада, потому что она на мне хорошо сидит. Свободная, не перетягивает, мне комфортно, не будет жарко. Очень приятная ткань. Рукава, как я люблю. Но здесь разрез довольно-таки глубокий. Помните, я вам показывала в обзоре такое красивое пудровое платье, в которое я не влезла, потому что в талии нужно похудеть, чтобы она застегнулась. И там вот эта вот часть была еще вот здесь пришита такая белая ткань в виде треугольника, то есть никакого нижнего белья, ничего видно не будет. В принципе, можно дошить, если это смущает, если нет, то ладно. Здесь имеются уже некоторые ниточки, которые торчат, но маникюрные ножнички творят чудеса, быстренько я это все исправлю. Смотрите, как все вышито, прошито, правильно сказать, на воротничке. И в комплекте идет вот такой вот черный галстук, ленточка, то есть можно завязать под горло в виде бантика, можно пустить это как галстук, тоже неплохо будет выглядеть и вытягивать силуэт. Плюс эти вертикальные полоски, конечно же, вытягивают. С обратной стороны тоже все здорово выполнено. Буду с удовольствием носить эту блузку. Вот действительно, я этим заказом настолько довольна, настолько он классный, что мне хочется вам поскорее рассказать. Если эти вещи есть в наличии и вы хотели что-то заказать, то обратите на них свое внимание. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это, девочки, комбинезон. Мне очень нравится горчичный цвет, мне кажется, он мне подходит, и я сейчас как маньяк прям выбираю такие вещи. Конечно, комбинезон — это очень спорная вещь, в нем вы выглядите стильно, современно, модно, но его недостаток — это, конечно же, молния, потому что здесь она пришита, девчонки, сзади. И если вы хотите отправиться в туалет, попудрить носик, но находитесь, допустим, не с мамой, с подругой, да, а одна, либо с молодой человеком, то кто вам будет ее расстегивать, да? С вами же не зайдут в туалет для того, чтобы расстегнуть молнию. Поэтому вот в этом есть, конечно, недостаток. Я говорю, все, теперь я либо с подружками, либо с мамой в этом комбинезоне, чтобы спокойно себя чувствовать, если что, мне расстегнут, и отлично. Что касается самой ткани, она, девочки, очень приятная, летящая. Хочу также отметить крой этого комбинезона. Видимо, производитель думает, что у всех девушек такие прям отчетливо округлые бедра. Поэтому вы на мне увидите то, что, ну, как бы свободно немножечко, как Карлсон. Но знаете, надев этот комбинезон, я чувствую себя настолько легко и свободно, то, что вот ничего меня не сковывает, все очень комфортно, ничего меня не перетягивает. В общем, я на самом деле довольна этим комбинезоном. Также хочу отметить то, что здесь имеется вот такое вот кружево, видите, пришито. Это очень милый, красивый элемент, но за счет него вот эта вот часть плохо тянется. И когда вы будете поднимать руки вверх, вы будете ощущать некий дискомфорт и скованность. Поэтому вот в этом тоже есть такой маленький недостаток. И еще хочу отметить молнию. Она почему-то так пришита, что получается, что имеются какие-то горбики, впадинки и так далее. То ли перешить молнию, то ли не знаю как. Но вот этот недостаток, конечно, есть. Я померю, вы посмотрите. И в этом комбинезоне имеются торчащие нитки. Но опять таки взяли ножнички, быстренько все обрезали, а так швы выполнены хорошо. Давайте покажу вам ткань поближе. Что еще мне очень нравится, смотрите, на вот этой вот зоне имеется кнопочка, и вы не будете переживать за то, что оголится ваша грудь, видно будет нижнее белье. Плюс пришита она таким образом, что с этой стороны нет и намека на то, что у вас там что-то имеется. Не знаю, зачем она сделана, потому что благодаря молнии очень удобно и легко залезть.
Кто знает, зачем они придумали. И да, этот комбинезон у меня в размере 2XL. Я его померю, попрошу померить маму, потому что у нее чуть более круглый низ. И может быть на ней будет смотреться это получше. В общем, покажу вам со всех сторон. Мама немножечко ниже меня, так что имейте в виду. Я 1,67 м, а мама 1,60 м, если я не ошибаюсь. А вот вещь, которой я была недовольна, у меня сейчас в руках. Вот так вот она выглядит. Вроде бы блузка, симпатичная, как я люблю. Вот эти вот воланы на рукавах, за счет чего такая легкость, романтичность образа. Но посмотрите, как его сшили. Такое ощущение, что не хватает длины, правда? И когда я его померю, вы тоже это увидите. Конечно, если подобрать идеально сидящий низ, брючки, либо джинсики, которые хорошо сидят в паховой зоне, попку хорошо подтягивают, то будет, в принципе, неплохо. Но я себя чувствую в этой блузке какой-то квадратной. У меня есть мысль по поводу того, что, может быть, вот это вот расстояние плечей сократить, за счет чего вот это вот поднимется, и я уже буду не такой квадратной. Посмотрим опять-таки, может быть, подошьем. Но вот как-то носить мне эту блузку, честно скажу, не хочется. Хотя она хорошо сшита, да, как бы нет никаких претензий. Ткань летящая, легкая. Давайте я вам покажу поближе, чтобы у вас уже было представление, как это выполнено. Горловина, видите, тоже довольно-таки широкая. Поэтому даже не знаю, что вы скажете, девчонки, как вам со стороны. Нравится, не нравится, стоит ее носить, вы бы носили или нет. Поэтому мне будет очень интересно почитать ваше мнение. А сейчас у меня будет две позиции, которые выбрала для себя моя мама. Мама, это два платья. Сейчас их принесу и вам покажу. А вот и оно. Первое платье, которое выбрала моя мама, это размер 3XL. И смотрите, это такое легкое платье синтетической ткани. Мне кажется, в нем будет довольно-таки легко летом, потому что ткань, ну, супер-супер тоненькая, такая летящая. Здесь также имеются вот такие вот воланы на рукавах. Ну, мне очень нравится. Видимо, маме тоже. Обратите внимание на расцветку, как выполнена горловина. Сразу показываю 3XL. Здесь, девочки, та же история с молнией, что и в моем комбинезоне. Здесь, не знаю, видно вам будет или нет, постараюсь вам вот так показать. Видите, какие-то некие горбики имеются. Здесь нужно однозначно либо убирать молнию, либо ее перешивать, потому что смотрится это некрасиво. Я не знаю почему, может быть, когда они ставили молнию, как бы натягивали ткань, за счет чего она пошла вот таким вот образом. Не знаю. Здесь имеется линия талии, то есть оно не просто прямое, имеется линия талии, и внизу уже свободный крой, опять-таки округлые бедра. Ну, видимо, они считают, что у нас у всех такие пышные бедра, как у бразильянок, у них же, да, такие. Ну, можно это, конечно, убрать. Прямую линию сделали, и все. Маме платье понравилось. Она сказала, что будет его с удовольствием летом таскать на работу, на прогулку. Поэтому мы остались довольны. Ей нравится. И последнее платье, которое я вам сегодня покажу, тоже выбор моей мамы. Оно, кстати, представлено, девчонки, в двух расцветках. Вот в таком вот сером, сложном, красивом оттенке. И еще есть белое. Но белое, на мой взгляд, смотрелось простовато. Поэтому мы выбрали его. Обратите внимание на ткань. Вот такая вот нам, ну как вам сказать, квадратик или во что. Просто есть точно из такой же ткани, в точно такой же расцветке комбинезон. Но хочу вам сказать на своем опыте, что такая ткань очень неудобна при ходьбе. Вы можете натереть ножки, пухленькие девчонки меня поймут. Поэтому я бы не рекомендовала, наверное, заказывать, хотя он смотрится действительно интересно. Платье свободное. Может показаться, что оно маме даже большевато. Я тоже, когда она надела, говорю: мама, может оно тебе большое? Это размер, если я не ошибаюсь, тоже 3XL. Видимо, мы бирочку отрезали. Ну, 3XL, по-моему, я и заказывала. Оно длинное, свободное. Имеется поясок. Можно это все подвязать, собрать, либо сделать свободным, как вам комфортнее. Платье мы тоже остались довольны. Шито оно хорошо. То есть, ну, нет действительно никаких претензий. Единственное, смотрите, я вам прям все досконально и все-все показываю. Вот здесь вот нужно поработать маникюрными ножничками. И все будет здорово. Ну что, мои хорошие, вот такой вот у меня сегодня обзорчик получился одежды из интернет-магазина Shein. Надеюсь, вам было интересно посмотреть нашу примерку. Пишите свое мнение, что вам понравилось больше, что меньше. Мне будет интересно почитать. Но я осталась очень довольна действительно этим заказом. Прям чувствую себя
красивый в этой футболке. Люблю, целую, желаю вам только хороших заказов, чтобы не было вещей, от которых хочется поскорее избавиться. Все, хорошего вам настроения, крепкого здоровья и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!